Вы настолько крутые марафоночки, что мы решили снять для вас новую ягодичную тренировку с подробным разбором. Итак, начинаем. Первые упражнения выполняются базовые. Это те самые, которые задействуют максимально большое количество мышечных групп. Приседания – идеальное упражнение для разогрева ягодичных мышц и укрепления четырехглавой мышцы бедра. Выполняйте приседания на пятках, отводите таз назад. А в более продвинутом варианте я предлагаю добавить поднятие на полупальцы. Таким образом вы сможете включить икроножные мышцы в работу и сделать свой силуэт еще привлекательнее. Сохраняйте баланс, выпрямите ноги до конца и добавьте пружинку, которая принесет незабываемое ощущение жжения. Не нужно бояться этого чувства. В закислении мышц есть очень много плюсов. Это ваше развитие. Встряхните, расслабьтесь и переходите к следующему упражнению. Ягодичный мост с опорой на диван, стол, стул, что вам будет удобно. Если такого оборудования дома не найдется, вы можете повторять за Джен и выполнять с пола. Обратите внимание, давление распределяется строго на пятки. Ягодичный мост – это упражнение номер один в мире для развития системы ягодичных мышц. Будьте сконцентрированы в верхней точке, максимально напрягите свою мышцу. И когда вы почувствуете жжение, добавьте вот такую пружинку, чтобы ваши мышцы получили свою дозу стресса. И закреплялочка, разумеется. Сжали мышцы, держим, дышим. Еще несколько секунд, и можно будет расслабиться. Наконец-то! Сплит-приседание, либо приседание в разножке – потрясающий способ нагрузить свой квадрицепс вместе с бицепсом бедра. Обратите внимание на широкую постановку ног, колено не выходит за носочек. Отличный вариант попа-махов, будьте внимательны, никаких прогибов в пояснице, зафиксируйте спину. Будьте параллельны полу и выполняйте движение силой за счет поджатия ягодичной мышцы в самом верху. Начнем с медленных движений, максимально концентрированных. На выдохе отведите ногу назад, на вдохе верните в исходную позицию. Обратите внимание на мою спину, никаких лишних движений, вся нагрузка в ягодичной части. Очень полезно и моментально ягодички приподнимаются. Для того, чтобы закрепить результат, сделайте пампинг в верхней зоне. Если в предыдущем упражнении работала большая ягодичная, то сейчас я предлагаю поработать над верхом ягодиц. Встаньте у опоры, обе ноги согнуты, выполняйте отведение в сторону. Старайтесь не махать, это упражнение тяговое. На выдохе вверх, на вдохе вниз. Сильно и концентрированно. Отличный вариант, бэйби-присед подходит людям с особенностями, заболеваниями позвоночника, варикозным расширением вен. Старайтесь не касаться ягодицами пяток, выполнить движение и закрепить вот таким вот зажигательным пампингом. Только не показывайте мужчинам. В конце можно потянуться, убрать мышечное напряжение. Позиция кобра. А вот эта ящерица прекрасно растягивает ягодичные мышцы. Как только восстановитесь, приступайте к следующему упражнению, заключительному на данной тренировке – попа-махи от опоры. Найдите в доме стул, либо краешек дивана. Такая интересная позиция в первую очередь нужна для того, чтобы в нижней точке перерастянуть ягодицу. Посмотрите, как я отвожу ногу далеко к себе и на выдохе делаю фиксацию. После 15-20 поднятий обязательно сделайте вот такую пружинку в самой верхней точке, чтобы почувствовать невероятное жжение. Вот тогда ваши ягодицы пойдут в рост. Огромное спасибо за ваше внимание. Я верю в успех этих тренировок, и я точно знаю, что они работают.